Ребят, всем привет, дорогие гости, подписчики моего канала. Блин, у меня угнали машину. Неужели это моя машина? Бежим, 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 бежим. Со всех ног. Да, это моя машина. Я рад, что наконец-то нашли они мою машину. Да, я не знаю, кто угнал. Вот в прошлом серии вы увидели, как угнали мою машину. О, машина открылась. Наконец-то я нашел свою машину. Завожу. А теперь еду домой. Уже просто задолбали меня бандиты, которые угоняют машины. Включаю поворотник. Еду налево. Да уж. Да уж, была неприятная ситуация, что меня вообще угнали машину в прошлой серии. Окей. Тогда едем отсюда подальше. Едем, едем, едем. Окей, едем со всех сил. Блин. Ладно, пофигу. Еду со всех сил. Чтобы опять не угнали машину. Надеюсь, что больше ничего не случится. Если опять буду догонять машину. То лучше купить себе... Ой, а у меня есть собака. Окей. Так, глушу машину. Открываю двери. Привет, моя хорошая. Так, блин. Окей. Теперь... Возвращаюсь домой. Так, включаю приставку. Беру джойстик. Сажусь на пуфик. Я выбираю Fortnite. Окей, начинаем. Так, 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 так. Ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. Я должен выиграть. Капец. Меня убили с самого первого раза. Капец. Так, ну-ка, ну-ка, давай. Давай. Я смогу, я смогу, я смогу, блин. Блин. Очень сложно. Так, 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 так. Да, блин, как так-то? Выключаю приставку. Фу, так. Окей, как я и обещал сделать. Еще обзор на мою квартиру. Опа. Поднимаюсь. Опа. Где я показывал уже. Все, поднимаемся на третий этаж. Так.
Поднимаемся на третий финальный этаж. А, не, я вспомнил, у меня тут три этажа, что ли. Вон как выглядит мой третий этаж. Вы посмотрите, какой он огромный. Это ж капец. Просто можно представить. Здесь вот зонтик стоит от солнца. Здесь вот такой вот лежак крутой. Вообще просто класс. Просто шик. Это вообще шикарно. Посмотрите, что тут Улзен спрятали. Смотрите, вот это другая спальня. А вот здесь вот туалет, ё-моё. Ну, очень классно же ведь, да, ребят? Здесь еще одна комната. Плюс еще ванная. И вот такие вот шкафы. Ну, очень классно же, ребят. Окей. Так. Ну, очень классно, ребят же, да? Так. Привет, собачка. Тебе дать корма? На, держи. Так. Да. Очень классно наклеен номер. Не наклеен, а прилепен номер. P637RO. Очень классно вообще. Не, ну классно же ведь. А? Окей, пацаны. Я сейчас прогуляюсь и вернусь. Прикиньте, пацаны и ребята. Я нашел Акуру NSX. Вы посмотрите, какая она мятая. Ну, еще и плюс грязная. Минус задний бампер и минус передний бампер. И спойлер. Ну-ка, машина открыта. Ну-ка, посмотрим на деформацию. Здесь никаких дефектов нету. Окей. Ну-ка, пусть заводится. Блин. О, машина завелась, отлично. Окей. Эта машина, конечно, грязная, да еще и поломанная. Да. Так что придется мне ехать в свой автосервис и там отполировать всю машину, чтобы машина была чистая и красивая. Ладно, ребят. Я просто на паузу, а потом продолжим. Все, пацаны, я тут отполировал машину. Ну и, конечно, ребята, я отполировал свою машину. И также убрал мятые детали. И поставил новые, похожие. Ну или всего лишь навсего просто решил их тут починить. Ну и также поставил белый спойлер, как и стоял изначально. И вот, почему-то значок Honda обозначается, но не важно. Здесь у меня здесь какие-то спонсоры Quantum, Ebro, Dunlop, Pia, NGK, Epson, Castrol. Но я разбираюсь в машинах и даже PA поднимаю. Dunlop это как бы резина. А PA я не знаю, что это. Quantum я тоже не знаю. Вот Castrol я знаю, это масло. А вот Epson я не понимаю, что это за бренд. Если что, можете написать в комментариях, что позволяет Epson. Все. Я поставлю номер. Так, садимся. Вот так вот.
Ладно, я сейчас поставлю номера, а потом продолжим. Так, короче, ребята и пацаны, я уже поставлю номера. Точнее, мне поставили номера. На этот раз у меня уже номера другие. R436PG. 96 регион, РУС. Ладно, открываю машину. А теперь выезжаю. Как-нибудь. Главное бы не сбить эту полицейскую машину. Ладно. Сейчас я приеду домой и будем заканчивать. Фух, ребят, наконец-то я приехал на своем, так сказать, на Акуре, но почему-то это Honda. Но без разницы. Привет, моя собачка. Ладно, ребят. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. А с вами был я, Димас. Всем пока.